знакомство с Яной, оно случилось не напрямую, косвенно. Я из тех людей, кто шел на свой зов. И натыкаясь на очень многое количество, огромное чудо-гуру мастеров, наверное, так случайная неслучайность. И я увидела аватарку этой женщины, и просто рука нажала, даже еще не дав никакой оценки. И я наткнулась на ее пост и... Конечно, все, что я услышала, то, что я услышала в себе, как отклик, это было оно. Это была Янина трансляция всего того, что она говорила, абсолютно чистейшая, абсолютно выверенная, вымеренная фактом себя, пройденная, проверенная, никакой воды, никакой мути, никаких отравленных карамелек. И я не пропускала ни один пост, который выходил. Я все, что говорил этот человек, все, что она транслировала, все было для меня ценное. Это была встреча с собой, но уже такая подробная, глубинная. Я ей написала, свой отклик. Меня настолько распирало, потому что это было что-то невероятно близкое. Мне очень нравится язык Яны. Это что-то невероятное. Точечный всегда, вот только то, что это обозначает. Никакой двоякости, никаких альтернатив. То есть это четкий вектор. Это было так ценно, так дорого. И я все больше и больше понимала, это то, что я так долго искала. Это только ключи, ничего другого. Четкая коррекция и такие тонкости, которые может дать Яна, я больше нигде не встречала. И Янины практики, все ее рекомендации, которые звучат в каждом посте, в каждом там есть ключ. И еще до практа я выполняла. У меня есть тетрадь, которую я расписывала себе, я разжевывала, я останавливала ее текст и возвращалась туда, в то, что она говорит, это ощутить, прочувствовать. И когда уже я с ней соприкоснулась, конечно, Яна дала возможность мне не вовлечься и не сделать вот эти лишние витки поиска. И вот Яна разложила на полочке, где что лежит, это то, что я искала. Это моя благодарность этому человеку просто безгранична и бесконечна. Я счастлива, что я встретила этого человека, потому что уже какое-то время назад даже мысли о суициде, не то чтобы они стали вот прям передо мной, но они имели место быть. И я не знала, как избавиться вот от себя. В какой-то момент ты понимаешь, что ты причина всего этого. Как с этим быть? И оно случилось. Формат Ян, ее практы, это очень такой щадящий, очень трепетный, очень теплый и жесткий. Но эта жесткость, она тоже мягкая. Это выглядит как спасение жизни. Никаких ожиданий не было. Я просто понимала, что я рядом. И мне просто посчастливилось. Это билет. Я не знала, в каком виде это будет. Я очень хотела все-таки с ней контакта, какого-то разговора. Яна, это вообще, то есть для меня это вообще учитель. Хотя, конечно, я знаю, где настоящий учитель, но тем не менее. И не Яна таковой себя называла. Я как ученик, то есть рождается ученик, наверное, потом рождается учитель, не в обратном порядке. И если есть вот этот запрос, звучание голоса, донесение настолько чистое, и при этом есть гибкость, чуткость. Это просто четкое звучание, четкие инструкции к компьютеру под названием «Человек». Яна, это что-то невероятное. Так что из 365 дней, может быть, дня 2 или 3 я провела без Яны. Мое утро начинается либо с какого-то подкаста, либо с какого-то поста. И появление Яны в жизни человека – это ответ на его запрос. Я не знаю, я просто бы хотела сказать, что я ее очень люблю. Это, конечно, сакральная личность, которая несла свое назначение, и родни ее, как оказалось, никого нет. И, конечно, встреча с Яной – это бомба.